Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Футболови, не забывайте вводить мой ник. Если вы пройдете 3 уровня, то я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Мой промокод Кирилл Ютуб. Если вводите этот промокод, то вы получите очень даже хорошие плюшки. Поэтому, пацаны, вводите мой ник и вводите мой промокод. Ну а сегодня по традиции мы поедем в казино и попробуем либо слить, либо поднять, хотя в последнее время я только сливаю деньги, но возможно в этот раз нам все-таки повезет. Я сейчас еду в казино, у меня есть почти 900 тысяч, но я хочу сегодня поиграть не в кости, а возможно в карты, ну по возможности. Если будут люди, которые будут играть в карты, то мы поиграем в карты. Если таких людей не будет, то придется играть в кости. Я желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита. Сегодня будем без вебки, не спрашивайте почему, я не буду на этот вопрос отвечать, потому что я очень хорошо вчера погулял, поэтому сегодня, пацаны, без вебки. Так, здесь есть один пацанчик на 5000 фишек, но давайте, в принципе, попробую с ним сыграть. Я не знаю, что, в принципе, из этого получится. Я в карте, как бы, ну, умею играть в реальной жизни, но в игре что-то мне бывает не везет. Либо партия плохая, либо еще что-то. Если что, пацаны, 5000 фишек — это 500 тысяч. То есть сейчас у нас есть шанс поднять 500 тысяч. Надеюсь, у нас это получится, потому что бабки нам сейчас очень и очень нужны. Отлично просто, я проебал. 5000 фишек я проебал. Ну давайте, пойдемте в кости, ладно, так уж и быть. Ну давайте создать, 3000 втроем. 3000 фишек втроем, я не знаю, что из этого получится, я надеюсь, мы выиграем. Было бы, конечно, неплохо отбить свои деньги и пойти еще раз карты поиграть. Но партия была даже очень неплохая. Я думал, честно, я выиграю, но, блядь, у него козырей сильно много было. У него изначально был туз, там, дама, король. Много козырей, короче, у него было, поэтому в итоге я проебал. Я проиграл игру, ну, в принципе, ничего страшного. Так, один залетел. Надо еще один чувак, чтобы залетел. Вот, втроем играем. О, 5,6 мне выпало. Отлично. 1,3, 6,1. Все, я выиграл. Теперь сколько у меня фишек, давайте посмотрим. Ну, я отбил свои деньги, да, получается. Можно с ним еще раз партию сыграть, либо пойти обратно в кости поиграть. Так, посмотреть заявки. Давайте втроем залетим. 6,3, 6,1, 4,1. Я проебал. Блин, я не знаю, я 5000 проебал, да, получается. У меня сколько фишек осталось? 4000.